Значит, сегодня мы продолжаем немножко говорить. Сейчас Лев нам расскажет еще один анекдот веселый. Еще одну веселую историю. Открой. Число 7 ноября сегодня 2022 года. О, нанахну шахахну ины мэра из Киралану. Шебаруси усим парад, шебашева на бановембер, а ину усим демонстрация. Все, говорите? Да. Я на идиш иду сначала, да? Хорошо. Нет, на идиш сначала. И садивей на идиш штейтл, меньшин, и гивей на эйзлых ригит, а гит ридозой, и мерзукт, кем цем рэбэн зукт, гивейст, Zazak gewein. Ich habe genommen, geriefen die Gäste, bei mir gewein, not gedacht, machen die Gäste, gekommen die Gäste, schön gemacht im Tisch und nichts. In alle Mann gewein, geht die Gäste, weise, sag Jürg, sag geht die, mal gegessen, mal trinken und nichts geht. Wir sind weg. Gebe Tipps, nicht, bei mir goldene Säker. Ich denke, wo ist kein Zahn? Zusammen geht bei mir Hörerin, gehen auch solche, keine Zahn. Wo ist keine Kind? Suchen wir so, gehen wir nach Hennet, weil ich weiß nicht. Rebbe sagt, weiß wo es. Nehmen noch einmal, rief sie alle noch einmal. In Eibun lehnen die Tore. In der Gist lehnen, die alle Zapowiden in die Ziegen gehen wir nicht. Wie mir gommet, ja, sonst nicht gommet. Plessigne. Ist der Gema Kik, wer hat sich unheimlich mal besser gesehen, ja, ist der Verständnis, ob es aber hat er dann geht. Er geht, er nimmt alle noch einmal sitzen neu, macht er Tisch, ein Rett, er kennt immer Rett. Ein und wird nur allein in der Tore, die alle nicht lebt und von unheimlich, er geht, er geht, er geht. In der Luft, wo ich habe Zeit gegangen, sonst nicht gehen zu anderen Waben. Ich kann nicht viel über die Geister, aber über den Mond, ich habe uns den Säger, was sagen. Also ich habe schon ein Vater nicht gelernt. Das ist eine kleine Geschichte. Ты тоже не понял? Ах, что оба Руси? Была еврейская месечка такая, там жили много евреев. И один был, ну, праздник у них дома был, он собрал всех евреев, хороший стол такой, все, все сидели, пели, пили, пели, ну, все делали, как положено. В конце гости ушли, что он смотрит, золотые часы пропали. Ёлки-палки, были самые близкие такие хорошие друзья, он не мог подумать, на кого, все такие, ну, золотые часы, ну, пойду к Рэбе, что он скажет. Идет к Рэбе рассказывает, потому что такое дело, сидели все лучшие друзья, и так, как мне сделать? Рэбе знает, ну что можно сделать, так же не скажешь, просто говорит, возьми снова, собери их, ставь стол снова, и потом начнешь читать заповеди, и начнешь, там, первое, там, почитай то, мать, и все, значит, а когда дойдешь, не укради, и посмотришь, кто там, и кто-то зашевелится обязательно, знаешь, хорошо. Через пару дней он приходит, Крэб говорит, да, я вот спрашиваю, ну что ты сделал? Я сделал, да, но я когда начал читать и дошел до заповеди не прелюбодействуй, я вспомнил, что я часы ставил у Сары. То есть не у жены, а у Сары. Он вспомнил, где на Саре часы. Он дошел до этого, и он уже дальше не читал. Выпили на чистую воду. А он тоже там мог, а он забыл, где он был. Там украли у него часы.